Здесь? Если бы я хотел спасеть, я бы пришел на тренировку к своему тренеру. Тихо очень сказал, плохо слышно. Если хочешь потеть, ну это в моем случае, нужно ходить к своему тренеру. Вообще, в любом случае, нужно ходить к своему тренеру. Я не говорю, что кто-то плохой, просто свой тренер хороший. Да, тренер? Ребят, да хрена вас слышно. Когда Родриго объясняет, все молчат. Все, кто пришедший, то же самое касается. Окей. О, привет. Здорово. Что делаешь? Я красиво лежу. Ну это же семинар. Это разве не повод красиво лежать на татами? Почему так тихо говоришь? У всех два пути. Либо ты хорошо борешься, либо ты хорошо смотришься. Ты пошел по пути Бориса. Да, да, да. Я пошел по второму пути. Какие-то вопросы? Как вам техника на семинаре? Какая техника? Любая. Отличная. Как я люблю. Техника кувырков? Техника разминки, да. I don't want you to be floating here because you're gonna lose your balance that way, okay? I want you to be on this side as much as possible. See how I right away try to bring his legs down? You can really see it here, but I do not want to be low, okay? Because this is a horrible position. Very easy to get out of here. And I want to once again try to keep my weight off the mat into my opponent, okay? You cannot see it, but my butt is not pushing on the mat. Всем привет, с вами Чехов. Сегодня я пришел на семинар. Меня кто-то за спиной. Так, что-то с погодой. Мне сложно дышать. Что происходит, я ничего не понимаю. Пленул чуть-чуть. Старый дурак, бля. Старый амбициозный дурак. Thank you.
Thank you.